сегодня у нас пройдет свадьба Камиля и Марии. У нас 102 человека. Мы, как всегда, в потрясающем зале усадьбы Тайны Рублева. Черно-белая история, а концепция — параллельные миры. А все потому, что у ребят разные увлечения, разные интересы, разные характеры. Они слушают совершенно разную музыку, смотрят разные фильмы. Да, так получается. Но судьба соединила их неспроста. Они полюбили искренне и надолго. Наша концепция реализуется через множество моментов. Прощающаяся сцена, вертикальные экраны, спрятанные в каше. Наш жених появится на вращающейся сцене, и тогда начнется та самая церемония. Сегодня будет много сюрпризов, музыкальных, танцевальных. Давайте мы все вам покажем. Ребята, давайте протестим сцену, пожалуйста. Надо все двери закрыть, перекрыть. Чтобы одна люстра не загорелась. Есть, спасибо. Это не просто было. Всем спасибо. А теперь работать. Пару слов ко мне. Что-то. Это не в микрофон. Это просто личный момент воспоминания на всю жизнь.